Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня мы будем проходить карту под названием Diversity для Minecraft Pocket Edition. Наверное, некоторые из вас проходили эту карту на ПК, но эту карту я буду проходить впервые на версии Minecraft Pocket Edition. Надеюсь, это будет забавно. Ну, мы давайте приступим. Так, здесь нам показывают, какие будут уровни, ну, в дальнейшем мы тоже можем это все узнать. Так, это у нас получается вход, так сказать, в уровне. Так, здесь нам дают всякие, так сказать, вещи. Здесь мы возьмем песок, здесь мы возьмем яблоки. Так, здесь мы возьмем вагонетки. Ну, возьмем сразу 4 на всякий случай, вдруг что-то случится. Здесь возьмем жареную свинину. И здесь возьмем мы гравий. Ну, песок и гравий, это, по идее, одно и то же. Он нам, наверное, нужен будет для открытия вот таких механизмов. Сейчас вы все увидите. Вот, я так точно-точно думал. Так, сюда ставим вагонетку. И едем. Кстати, кто заметил баг? Когда мы залезаем в вагонетку, у нас не меняется управление. Хотя, она должна была поменяться. Так, вот мы уже приехали. Но мы отправились на паркур. Так, это у нас точка сохранения. Здесь у нас хранятся вагонетки, чтобы уехать. Все, мы должны были сохраниться, но мы идем на наш паркур. Надеюсь, у нас не будет ни одной смерти. Так, ну это самое простое. Как нам там написали, наш паркур состоит из 7 уровней. Это был первый. Сейчас будем считать. Так, это был второй. Здесь у нас что хранится. Здесь у нас еда. Еда нам не нужна. Так, это у нас получается третий. Третий уровень уже паркура. Сохраняемся. Надеюсь, сейчас сохранился. Так, и маленько прям. Идеально. И это у нас четвертый уровень. Теперь... Ой, я нечаянно упал. Можно вернуться. Кстати, да, если кто играл в паркур, карты на паркур, то там не было таких ставок. Если вы падаете, то вы умираете, начинаете заново. А здесь есть у вас шанс восстановиться. Допустим, подставить под себя блок. Так. Пока все идет нормально, даже можно сказать идеально, но у меня такое чувство, что я где-нибудь даю подвод, я так и думал. Начнем мы отсюда. Так, что-то мне на этом паркуре здесь не везет. Здесь что у нас? Тут тоже свинина. Но мы продвигаемся дальше. Это у нас получается 6-й уровень. Ну, я пройду его так, потому что он очень сложен для меня. И у нас остается последний уровень паркура. Но этот, так сказать, не больно сложный, не больно простой. Здесь можно легко упасть, но и легко восстановиться. Ну вот, я просто, так сказать, соскользнул. Ну давайте, неужели мы не упадем больше? Все, идеально, мы прошли весь паркур. Теперь пора возвращаться. Так, ну мы ставим нашу вагонетку и отправляемся в путь. Это только первый уровень мы прошли. На самом деле, там 6 уровней. Ну, как возможно, я разделю прохождение этой карты на 2 части, как это было с мегадроппером. Возможно, я не пройду все уровни, так как карта очень огроменна. Так, вот и я неудачно приземлился, но мы покушаем. Давайте мы покушаем, когда поедем. Так, этот вагонет, походу, уехал, но поставим другую. Так, и теперь мы покушаем яблочки. Надеюсь, сейчас кто-то ест тоже яблоко. Так... Ну, как видите, там есть всякие домишки, так сказать. Ну, мы прикольно... Так, а мы приехали? А, офигеть, как быстро мы приехали. Так, очень, как будто мы даже не спускались. Так, ну, я хочу отправиться вот сюда. А, хотя нет, нет. Что у нас тут? Тут. Я надеюсь, уровни нужно проходить именно, ну, как хочешь, а не по частям.
Потому что если нам нужно проходить по, так сказать, частям, то нам пришлось бы пропустить второй уровень, потому что там закрыто почему-то, я так и не пойму. Здесь, походу, кто-то баловался с World Editor, настроил таких домиков. Ну, я не пойму разработчиков, зачем делать такую большую карту еще в мире таком. Можно было бы создать в плоском мире или все это делать. Так, ну, здесь нам придется, походу, поискать какие-то вещи. Но это очень забавно. Давайте найдем, так сказать, пропавшие вещи. Первый домик. Что там в дверях? А в дверях у нас пусто. Отправляемся наверх. Наверху мы сразу видим наш сундук, где лежит лук. Я не знаю, для чего он нужен. Так, выход на балкон. Тут тоже ничего нет. Пусто. Балкон чист. Так, уходим из этого домика и направляемся в другой. Так, ну, вот сразу попадает соседний домик. Тут тоже пока что пусто. Наверное, наверху тоже пусто. Так, я хотел сказать то, что наверху что-то будет, а наверху ничего нет. Так, направляемся дальше. Так, я ничего не сломаю. Сломал блок. Кстати, если кто заметил, то блок я сломал с одного удара. Как креатив. Это все еще очень большой баг. Можно, возможно, его исправить. Но для нас это как читерство. Так, где этот сундук? Неужели это пустой домик? А, вот сундук. Вот я невнимательный. Так, здесь нам зачем-то дали 3 яйца спавна. Так, и здесь нам дали ножницы. Наверное, нам придется спавнить где-то овцу и стричь ее. Для чего это надо, я не знаю. Но построено все очень красиво и качественно. О, на ПК, наверное, будет очень весело проходить эту карту. Но так как мой ПК довольно слабый, я не смогу даже запустить без всяких лагов Майнкрафт. У меня будет очень слабый FPS. Вот так мне не повезло с компом. Ну, в скором времени я его обновлю. И тогда, возможно, будут выпуски на компьютере. Так. Идем мы дальше. Так, покушаем, да? И отправимся вот сюда. Здесь у нас, походу, какая-то есть башня. Так, здесь уже сразу попадает сундук. Здесь у нас зачем-то дают цветок. Маг. А, здесь есть спуск. Ну, хорошо. Что же у нас здесь попадется? А, нет, я думал тупик. Здесь у нас попал сундук опять. Зачем-то каменный заборчик и ведро воды. Так, ну теперь нам придется спуститься вниз. И посмотреть, что у нас будет вниз. Так, этот сундук я проверил, я уже, так сказать, начал забывать. Ну, говорю, скачивайте карту. Карта очень прикольная, очень классная. Ссылку я оставлю в описании. Коровка. Ну, убивать я тебя не буду. Так, мне очень интересно посмотреть, что там внизу. Ну, спуститься я смогу, надеюсь, я не умру, не потеряю свои вещи. А внизу у нас есть какое-то еще там королевство, что ли, так сказать. Так, ну, нужно бы найти вход туда. Так, а вот сам этот вход. Ух ты. Как я сказал, так и сбылось. Так, лестница вниз ведет. Так. Ну, если честно, я маленько не понимаю смысла этой карты. Если мы не найдем эти вещи, нам что-то сделают или нет? Вот это очень. Если было бы на ПК, то на ПК сделали бы с помощью командного блока. Допустим, берем сундук и ложим в него вещь, которую мы нашли. Если одной вещи не хватает, допустим, дверь не открывается. Вот это было бы прикольно. Здесь такого еще пока нет. Ну, возможно, скоро добавят. Кстати, кто смотрел мод на Большого Слизня? Большой Слизень, если заспавнить Большого Слизня с помощью мода и перейти в обычный Майнкрафт, то Большой Слизень останется. Вот это такой факт. Я просто рассказываю, кто, если не знал.
Если честно, я сам узнал случайно, я заспавнил его с помощью мода, потом зашел в обычный Майнкрафт. Так. Ну, за это время пока еще не нашел больше ни одного сундука. Здесь очень большое подземелье. Его очень долго обыскивать. Если честно, карта маленькая не подходит, так как это карта для версии 0.1.1. И здесь еда нам дается в роли восстановления жизни. А сейчас, так как обновился данный Майнкрафт, еда у нас для утоления голода. Так, очень странно, зачем нам дают золотые и алмазные блоки. Ну ладно, возможно, скоро они нам пригодятся. Все, что нам дают, это не просто так. Так, внизу лава, главное не свалиться. Так, что у нас там может быть дальше? Интересно. Такой мостик. А за мостиком у нас пустота. Ну ладно, давайте вернемся. Вернуться недолго. Ой, ну карта очень большая. Конечно, если сделали бы на плоском, было бы меньше лагов, больше FPS. Так, есть вниз, но я спускаюсь обычным способом. ХП все равно делать некуда, так как здесь никакого нет. И, кстати, кто заметил, за это время прохождения карты уже у нас в Майнкрафте наступила настоящая ночь. Так, вот я опять быстро спустился прям вниз. Так, теперь я хочу найти выход. Где же выход, выход? Так, лестница. Так, где же вот выход? Нет. Кстати, вот тоже новая комната. А где же выход? Где-то должна быть дверь, если не ошибаюсь. Ну-ка, давайте спустимся. Неужели придется сломать стекло? Блин, реально, где же выход? Там? Ну ладно, давайте. Так, я не хотел кушать. Вот ослик. Так, нет выхода. Где же выход? Ломаем стекло и смотрим. Так, если я вылезу, я умру. Мне это не надо. Так что лучше мы давайте поищем время здесь. А, вот эти лестницы, да? Нет? Так, подождите. Лестница, куда она ведет? Да, это вот эта лестница. Я совершенно забыл, что мы спускались по лестнице. Я думал, мы спускались через дверь. Вот я, блин, ну ладно. Все, мы, получается, вышли наружу. Теперь нам... Так, нам надо залезть наверх и вернуться обратно на базу. Так можно назвать это помещение. Но мы бежим, чтобы не попасть в руки монстрам. Так, уже нас кто-то попал. Что? Кто? Ой, сзади скелеты зомби. Но они нас равно не догонят. Мы уже далеко от них. Так, все, теперь спускаемся вниз, ставим вагонетку. Эта вагонетка, наверное, уже, да, эта вагонетка непригодна для катания на ней. Так, куда ты поехал без нас? Ой, ну что можно сказать о этой карте? Карта просто божественна. Скачивайте и комментируйте эту карту. Ну да, я говорю, кто-то баловался с World Editor. Ну, это все выглядит очень прикольно. Кушать, как видите, он не хочет. Он еще не голоден. Можно ему проголодаться. Но мы уже все. Теперь будем делать вторую часть данного прохождения. Ну, дальше я пройду еще маленько. Ну, на этом все. Ставьте лайк.